В Узбекистане утверждена сумма контрактов на обучение в вузах страны в 2021-2022 учебном году, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования. Отмечается, что общая сумма контракта зависит от направлений и формы обучения – очное, заочное, вечернее, а также на нее влияет наличие или отсутствие стипендии. По данным Министерства, в бакалавриате стоимость контракта со стипендией варьируется от 12 миллионов 630 тысяч до 16 миллионов 20 тысяч сумм. Без стипендии – от 6 миллионов 410 тысяч сумм. До 9 миллионов 810 тысяч сумм. В магистратуре размер контракта со стипендией колеблется от 13 миллионов 980 тысяч сумм до 17 миллионов 380 тысяч сумм. Без стипендий от 7 миллионов 770 тысяч сумм до 11 миллионов 160 тысяч сумм. А также вакцинированным до 1 ноября студентам предоставляется скидка в размере 10% от суммы базового контракта без стипендии.